Так, обращаюсь к хейтерам. Хейтеры, я вас баню. Я вас баню. Вы заходите, а меня нет. Хочу объяснить, как это все происходит. Если я вижу оскорбление, обзывание, это бан. Обсуждаете вы мою внешность, черты лица. Это бан. Обращайтесь неуважительно к моему члену семьи. Вот какие члены семьи у меня есть, вы как-то их неосторожно тыкаете сами грязными ручонками. Бан. Я не против потерять сотню, вторую, третью. Хорошо? Не против. Не против. Я буду двигаться вперед. Просмотры у меня большие. Ну, а как вы будете из бана выходить и находить опять меня с других аккаунтов, мне по барабану, но... Да хуя работы, поэтому заткнитесь. Сидите тихо-тихо. Да, нет, хорошо. Мисс Виктория, мы все поняли. Слава Украине!